И куда это мы собрались? Да так, тусуюсь. Итак, ребята, вы держитесь друг от друга в 2 метрах. Ага. Вы моете руки. Всегда носите с собой ручной антисептик. Ага. Вы сидите дома и держитесь подальше от других людей. Угу. А где ваши масочки? Надевайте маски! Зачем? Потому что эпидемия еще никуда не ушла. Вирус распространяется через мелкие капельки влаги в нашем дыхании. Каждый раз, когда вы чихаете, кашляете, разговариваете и даже просто дышите, каждый из вас разносит вокруг эти частички с вирусом. И кто-то другой может их вдохнуть. Но только если вы не будете ничего прикрывать ваши лица. А разве мы должны? Никто из нас не заболеет. Мы монстры, у нас иммунитет. Да, у нас иммунитет. Мы делаем это ради них. Не все из нас подвержены этой заразе. Но все равно мы можем ее подцепить и заразить тех, кто ей подвержен. Вот, надевайте. Видите? Правда, ей не так уж и труд. Так она ничего не прикрывает. А это как поможет? Вы что, издеваетесь? Я не могу дышать этой штукой. А у меня нет носа. Ты хоть представляешь, как тяжело дышать лишь одним ртом? И если ты не готова пожертвовать некоторым комфортом, то лучше сиди дома. А ты что? Мой папа говорит, что если бы вирусы существовали, то улицы были бы в трупах. И еще никто из наших знакомых не заболел. Если твой папа судит о мире лишь по монстербуку, это не значит, что он прав. Вы знали, что многие даже не подозревают, что больны, пока кто-нибудь другой не сляжет в больницу? У каждого симптомы могут различаться. И для многих все заканчивается на кашле, но для ваших близких это может быть смертельно. Вот, посмотрите на Ноэль. Она всегда была примерной... Что ты? А это? Просто меня никто не слышит, когда я говорю. Да и к тому же, я почти всегда держу рот закрытым.